хочу использовать вот такую интересную маскирующую жидкость. У меня там на заднем фоне ездит пылесос и убирает вместо меня, вот, давая мне возможность немножко порисовать. Так что мы потерпим. Лишние слова рассказывать не буду, просто берем и наносим. То есть маскируем ту часть, которую мы не хотим, чтобы закрасилась. Нужно очень хорошо помыть кисточку и, соответственно, хорошо закрыть, потому что все это может высохнуть. Так, мы обвели по контуру, теперь надо долго ждать, когда это все высохнет. Я не буду все это снимать на камеру, просто отложу и займусь своими делами. А вот, когда высохнет, начнем с вами рисовать.